представляешь коммерческую тайну. Решение на правительство обсудили с профессором высшей школы экономики Иваном Родионовым, с ним беседовал Игорь Ломакин. В плане отчета о доходах, чем вообще отличаются АО с госучастием от компаний без Уронова? На самом деле, дело не в этом, а дело в том, что любая Нано, насколько я понимаю, не на 100% принадлежат государству. То есть,